Кирпич на кирпич, блок на блок. Новое здание школы номер 1 поднимается ввысь. Около 40 рабочих трудятся на возведении объекта сегодня. И самая многочисленная бригада – каменщики. Они возводят стены здания из газоблока, лестничные перекрытия из кирпича. Каждый сантиметр кладки тщательно выверяется. Строительный надзор бывает на площадке через день, раз за разом проверяя горизонтальность и вертикальность кладки, а также бетонирование, монтаж колонн и плит перекрытия. Здесь ведь у нас и строительный надзор, затем принимает у работников объем кладки, выложенный из газоблока. В соответствии с этим, согласно всех нормативных локальных документов, которые есть на строительной площадке, они выполняют строительный контроль. Нулевая отметка пройдена еще летом. Сегодня видны очертания второго этажа. Через пару недель можно будет ориентироваться в расположении кабинетов. Отделочные работы начнутся в школе, как только будет закрыт тепловой контур, попросту говоря, когда у здания появятся стены и будут подведены коммуникации. По наружным сетям занимаемся прокладкой наружного водопровода. Работает 2 единицы, 2 экскаватора работают на сегодняшний день на площадке. То есть планируем завершить работы до 1 ноября и по наружному водопроводу, и по подводу тепла в школу, в теплоснабжении. Морозная погода строителей не пугает. Спецодежда позволяет трудиться до -25 градусов. Комфорт обеспечен и на высоте. Машинистов башенных кранов согревают печи, поддерживающие в кабинах комнатную температуру. А после появления у здания стен комфортнее работать будет всем. Уже через месяц строители планируют приступить к отделочным работам.